Мы иногда склонны к самобичеванию. Вот в Дагестане это плохо, вот в Дагестане это плохо, вот в Дагестане это плохо. А почему мы не видим то, что в Дагестане хорошо? Ну, мы каким-то образом, может быть, даже в какой-то степени перестали быть людьми, у которых присутствует чувство самоуважения. Есть масса хороших таких вещей, которых кроме Дагестана больше нет нигде. Это, конечно, те субъекты, которые нам природой подарены. Горы, море, солнце. Но это и достижения людей, в том числе, Абдулла Абдуллаевича, и вашего поколения. Мы почему об этом вспоминаем только тогда, когда мы подходим к очередному юбилею Победы? Мы же об этом должны говорить постоянно. О достижениях науки, которую двигали вперед в нашей стране ученые-выходцы из Дагестана. О достижении медицины. Сегодня нет ни одного субъекта в Российской Федерации, где бы медики дагестанских национальностей не работали бы в ведущих клиниках, в том числе и в частных. И за рубежом тоже есть. И за рубежом тоже есть. Мы иногда забываем про спортивные достижения, которые касаются не только там силовых единоборств, но и каких-то других видов спорта. Поэтому это очень важно. Это то, что вы говорите, идентичность. Я не очень люблю это слово, идентичность, потому что оно как бы выделяет, отделяет от одного. Ответ на вопрос, кто мы. Но в хорошем смысле это, ну, это как трактовать, да? Но в том, что это те принципы, которыми мы можем все гордиться, да. И не только мы, но и те, кто тоже за нас ран, да? Это очень правильно.